Всем привет, меня зовут Дима. На обзоре кроссовки Reebok Energy Lux 3. Вес модели 275 грамм. Стелька приклеена плотно к промежуточной подошве, поэтому замер длины и ширины я не сделал. Кроссовки позиционируются как бюджетная модель для бега по твердым покрытиям. Промежуточная подошва выполнена из пеноматериала Fuel Foam. Он довольно твердый, что в данном случае плюс, так как снизу подметка отсутствует, и будь пена мягкой, износ об твердой поверхности мог стать критическим. Стелька выполнена из влагоотводящего материала Ortholite. Такая стелька добавляет мягкости ощущению от твердой промежуточной подошвы. Минус в том, что она несъемная, поэтому просушить отдельную у вас не получится. Верх модели выполнен из плотного полиэстера, кроссовки не на жаркую погоду. Логотип по бокам фиксирует стопу внутри кроссовка. Шнурки круглые и достаточно жесткие, если плотно затянуть, не развяжутся. Пяточный стакан твердый, к нему претензий нет. Форма пятки вывернута наружу, чтобы не давить на ахилл при сгибе стопы и кроссовка. В итоге данная пара станет хорошим вариантом, если вы в холодное время предпочитаете бегать в зале, как дополнительная пара к основной, либо основная пара, если нужно вложиться в небольшой бюджет. К минусам отнесу вклеенную стельку и отсутствие подметки. Спасибо, что остаетесь со мной. Всем тренировок без травм. Пока-пока.